Алла Пугачева и Максим Галкин в этом году, как и ранее, проводят лето в Юрмале. Алла Борисовна с детьми живут постоянно, а Максим гастролирует с концертами по городам и странам, но периодически возвращается к семье. Конечно, к звездной паре приковано пристальное внимание публики. Так было и в тот день, когда Алла с супругом прибыли в концертный зал Дзинтари. В Юрмале бушевал ветер и шел проливной дождь. Как пишет московский комсомолец, Галкин и Пугачева шли ко входу в концертный зал. Максим открыл зонт, но держал его в основном над собой. Примадонна попросила выровнять зонтик, на что получила оскорбительный ответ: «У тебя шляпа, а у меня нет». «А мне выходить на сцену», — заявил ее супруг. Инцидент был заснят на телефон одним из присутствующих. Позднее видеоролик выложили в интернет. Певица Алла Пугачева планирует вернуться в Москву до конца лета. При этом высока вероятность, что Пугачева возьмет с собой детей Лизу и Гарри. А вот Максим Галкин вряд ли приедет в Москву из-за ожидания решения по статусу иноагента, который сейчас оспаривается в Верховном суде.